Всем привет, вы на канале Ёж Канал. Мы продолжаем свое путешествие. Номер у нас уже опустел. Холодильник опустел. Тумбочки, кровати опустели. Вот такой у нас вид был. Тут у нас еще лучше был вид на горы. На море вид вообще с другой стороны. Бассейн, беседка. Машина наша, вон Ника уже с Анюткой ждут нас. Так что мы сейчас собираемся и поехали дальше свое путешествие. Красота, погода, тепло, хорошо. Где-то можем под дождик попасть. Заехали на Абхазию, прошли уже по пограничникам. Вот мимо таких гор едем. Через туннель уже проехали большой. Ехать нам еще, наверное, практически час с небольшим. Коровки гуляют по улицам вместо машин, по тротуарам. Везде все горы, деревни, поселки, селения. ДПС. ДПС. Нас тут останавливали. Сейчас будут проверять документы или нет? Горшочек, если не будет ходить. Конечно, все с Никой будет нормально. Но все, едем и едем. Едем и едем. Скоро будет заход солнца. Приедем засветло, скорее всего. Реки приезжаем. Ох, какие тут реки. О, тут есть прям в реке вода. Есть, есть, есть. На горах прям на шапках. Вон какие тучи. Вон там прям ниже горы прям тучи идут. Приезжаем уже в Годовуто. Да, вон прям сверху прям вижу на горе. Первый район, где гуляют коровы. Но уже мы их видели. Не овечки, а коровы. Коровки, муму. Везде прудики, речки. Речки, да. Прудики, коровки. Не советую спешить. Впереди камера Н-60. Это вообще смех. Доехали мы до уже до Афона. Да, мороженое или что там? Ух ты, куда-то лезет. Там куда-то лезешь, разбираются прям. Ну там сколько на машин, народу. Вон тебе пляж тут прям. А мы все дальше и дальше куда-то едем. Речки. Вон там какие церквушки. Ух ты, все высоко и высоко. Все выше и выше. Что такое там, Ника? Смотри, как высоко там. Какие горы с той стороны высокие. А с этой стороны заборы, там море. Что там у тебя? Невысоко, говорит. Невысоко. Смотри, высоко вон какие вон купола, церквушки. А сверху еще антенны стоят большие. А какой там еще домик даже стоит вон сверху. Ну, смотри, Ник, водичка. Водичка. А вечером сейчас будет тут лампочки подсвечиваться. Пальмы. Прямо вообще круть. Ага. Да, 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 круть. Вон тебе уже море тут. Кораблики. Пляж там с той стороны. Да, сейчас на светофоре постоим и нам дальше. О, зеленый. Ух ты, как громко. Прям как будто какой-то портовый город. Тут прям такие дома прям вдоль моря. Вот какие-то лодки не приезжали и что-то продавали. Рынок. Все в пальмах, в пальмах. Везде он финики.
А Ника все коровок ищет. Сейчас уже будет корова дальше опять. Будет корова дальше. Вот такие все разрушенные постройки. Все стоит и стоит. Вот нахрен, по-моему, никому уже не нужно. Нет, кто-то там сидит. Автовокзал, наверное. Тут что-то все строится. Новый Афон проехали. Поехали мы дальше. Практически уже темнеет. Светлетное освещение. Вот такие крутые петли подъема. Развороты. С какими красивыми клубами, цветами. Горы везде, со всех сторон. Сзади нас море. Во. Так, сейчас делаем мы тут петлю. Опа. Ну, мы уже таких по дороге много сделали петель. Выше и выше. Выше и выше. О, как высоко поднялись. Опа, и вон где у нас там море. Сейчас еще столько же поднимемся. Еще очередная петля. Наверх. Вот сейчас там наверху окажемся. Тут прям какое-то скопление машин образовалось. Такого не было. Вон сзади нас, сбоку у нас. Лево море. Все, сейчас приедем, уже темнота будет. Купаться уже, наверное, все, или надо идти пробовать купаться с фонариками. О, еще выше. Как ехать? Вон там море, коровки гуляют сверху, сколько им травки там кушать. О. Да. А мы еще выше. Вон какой там подъем. Я уже помню, ездили, по-моему, раза два мы тут точно, нет, ездили. Вон сверху прям пробка, подъем, а мы все выше и выше. Смотри, смотри, вон прямо в УМО. Сейчас останавливаемся в багажник, и у нас шашлыки на целую неделю. О, успели. О, какие шустрые пасы. Там жик-жик-жик. Встречка сплошная по барабану. Зато быстрее всех. Вот такое возвышение. Поднялись, море такое. Практически они как сайпетли, нет, смотрели? Прям далеко-далеко, его практически и не видно. Сисята! Сисята? Ляпота, красота. Ночь будет, да, скоро уже ночь. Сейчас солнышко байки ложится. Мы сейчас приедем скоро. О. Вот там прям море, море и море. Да, и заросли, по-моему, ежевики. Вот я уже река началась. Возле которой, да, мы практически будем рядом. Вот, спуск. Спуск, спуск. Не знаю, будет сейчас видно опять эту реку. Нет, все за кустами. Вон она, наша река. Где мы будем для нее. Но не маленькая, как я и говорил, ты даже мог. Сверху смотри, такая она большая. Папа, ты хотела на ней искупаться. Как, просто я говорил, на ней сходить, почему искупаться. Просто сходить к ней, вон она какая большая, в сторону моря идет. Там она даже около домов где-то. Возле домов. Вон дожди будут. Смоет, тогда смыло тут все. Вокруг смотри, так в интернете сколько всего смыло, такая река. О. И вон какая тут гора будет перед нами. И прямо мост. Когда абхазцы грузинов, грузины абхазцев не пустили, да, получается? Абхазцы не пустили. Абхазцы не пустили грузинов. Да. Видишь, на каком подъеме мы большом? А прямо узкий-узкий мост там будет. И где нам съезд? До моста или после моста?
вон прямо мост будет сейчас. Ты уже тут была, Ник, ездила уже. В Сухом ездили. Вот он, мост. Тоже уже со светодиодным освещением, все круто. Вот она, река Гумиста. И что, никто нам на встречную там не идет, потому что будет узко, узко и узко. Ну какой прям узкий мост. Вот там река прям с той стороны, да, в ущелье. Ух ты. И тучи прям на горах лежат. Вон тут табличка. Где были тут бои, защищали проход героям Абхазии. Все, и прямо наша река, будем практически возле нее. Всем привет, а мы уже в Абхазии, уже позавтракали, покушали и выспались. И куда мы собрались идти? На море. Потом мы с балкончика покажем видочка. У нас оно всех хер в руках. Мороженое от Каска. Давай чокнемся, Кирилл. Давай чокнемся. Во. Давай, хватит бегать за Асой. Хотя, чокнемся. Ну, чок, а Ника где-то. Давай, чокаемся, Ника. Все, мы в Абхазии. Чокнулись, пошли купаться на море. Где море? Попробуем опять море. Мы уже вчера тут вечером купались. О, какое теплое, прозрачное, классное. О, тепло.